Большой спортивный праздник в столице. Многолюдно сегодня на лыжи-роллерной трассе Веснянки. Минская лыжня хоть и соревнование, но главное здесь отнюдь не победа. Медали гарантированы всем, кто выйдет на старт. Только в самом массовом виде программы – забеги на 2,5 километра – более 2000 участников. Кто-то лишь совсем недавно встал на лыжи, а у кого-то за плечами полувековой пробег. Если сказать на лыжах, то с 50-го года на соревнованиях на лыжах бегаю сюда, в Раубичах, и здесь вот лыжня была. Очень приятно вот сегодня участвовать в таких соревнованиях, когда я встретил и друзей своих ветеранов, и вот молодежь подрастающую. Вот внук мой уже занимается в лыжной секции. Вот сегодня мы с ним стартуем. Посмотрим, кто кого. Традиционно самый зрелищный вид – эстафета. У кого лучшая лыжная подготовка, выясняли чиновники. Среди силовых структур первое место у команды службы безопасности президента. А в забеге руководителей местных органов власти не было равных в Витебской области. Мы не ставили задачу выиграть. Мы ставили для себя задачу выступить максимально, на что мы способны. Но получилось победить, мы рады. Мы очень хорошо работаем над привлечением различного рода спортивных соревнований в нашу страну. Это очень важно. И очень, наверное, продвинулись в создании для наших людей, для белорусов, вот таких хороших, красивых, ярких праздников, куда сегодня, вы же видите, никто никого не загоняет, люди записываются через интернет, приходят, улыбки, здоровье. А согревал болельщиков не только накал спортивных страстей, но и масленица «Широкая душа». Здесь же у футбольного манежа концерт, конкурсы и торговые ряды. Можно и после забега отдохнуть и просто весело провести время.